Чернавский мост. Автомобильный и пешеходный мост в Воронеже. Мост имеет 6 опор, длина моста составляет 364 метра. В 1768 году мост был упомянут как деревянный. В 1820-х годах была замощена камнем Придачинская дамба, а сам мост был перестроен на надежных сваях. В 1909 году был построен бетонный Чернавский мост, который стал одним из символов города. Во время войны в июне 1942 года мост был разрушен. Новый Чернавский мост был введен в эксплуатацию 14 октября 1959 года. В 1972 году на реке Воронеж было создано Воронежское водохранилище, которое стало серьезной проблемой для моста. Опоры его начали разрушаться, так как при их строительстве использовались солевые добавки и пластификаторы. В 1989 году состояние моста было признано аварийным. В целях безопасности движения с правого берега на левый из центрального района в левобережный было перенесено на встречную полосу. Реконструкция моста была начата в 1990 году. Реконструкцию разделили на три этапа. На первом осуществляли возведение временного моста, работы были окончены к 1996 году. На втором этапе проводился демонтаж существующего аварийного моста. На третьем возведении новых опор с учетом передвижки ездового полотна от временного моста. Все работы должны были закончиться в 2003 году. Однако из-за проблем с финансированием реконструкции затянулись аж на 19 лет. Временный мост эксплуатировался до 1 декабря 2008 года, когда была открыта первая очередь нового моста. Движение осуществлялось по двухполосной части моста, который сейчас используется для переезда на левый берег города. Временный мост же был демонтирован. Thank you.
сентябре 2009 года было проведено успешное тестирование. В сентябре 2009 года были проведены успешные тестовые испытания, которые не выявили никаких нарушений в новой линии моста. Также был начат монтаж контактной сети для троллейбуса. По данным 24 сентября 2009 года, на реконструкцию Чернавского моста было суммарно потрачено более 1 миллиарда рублей. 24 октября 2009 года, после 19-летней реконструкции, Чернавский мост был открыт для движения в обе стороны. Машины могут ездить по нему по трем полосам в каждом направлении. Работы финансировались по федеральной программе, которая охватывала более 20 регионов России.